Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В Туве второй день держатся морозы, где местами столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Что касается столицы республики, сегодня утром температура наружного воздуха составила 47 градусов ниже нуля. В связи с предупреждением об опасных погодных явлениях, силы и средства регионального МЧС и подчиненных подразделений готовы к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и переведены в режим повышенная готовность. За прошлые сутки оперативные группы пожарно-спасательных частей два раза выезжали и оказывали помощь водителям и пассажирам, автомобили которых сломались по разным причинам на дорогах республики в морозы, достигавшие местами до минус 50 градусов. Согласно прогнозу гидрометцентра, у нас ожидаются сильные морозы до минус 48 градусов по республике Тыва и ожидаются до 28 января. Убедительная просьба жителям республики Тыва, рекомендуем не выезжать за пределы своих населенных пунктов без необходимости, особенно с детьми. Также в этот период времени убедительная просьба соблюдать меры пожарной безопасности в быту. В случае, если у вас случилась какая-то трагедия, безотлагательно звоните 112. Служба 112 действует на территории Кызыла с ноября прошлого года. Так, одним звонком можно вызвать все необходимые спецслужбы от скорой помощи до спасателей в период опасных погодных условий. В рамках федеральной целевой программы получена субсидия из федерального бюджета, на которой был создан центр обработки вызовов и развернуты автоматизированные рабочие места в дежурно-диспетчерских службах. Распоряжением правительства Республики Тыва на территории города Кызыла введена в опытную эксплуатацию система 112. Сообщение о проблемах и просьба о помощи операторы службы 112 принимают 24 часа в сутки. Служба 112, что у вас случилось? Я видел мужчину, который лежал без движения. Адрес? 15 назад. Это рядом с магазином «Меркулёс», где... По словам операторов, ежедневно в службу спасения Кызыла поступает около 700 звонков, более 30% из которых традиционно относятся к категории «ложные», а еще около 100 являются детской шалостью. Как правило, число обращений увеличивается в период выходных и праздничных дней. Это экстренная служба, служба экстренных вызовов. И вызываем мы тоже, то есть я отправляю, если карточку, принимаю вызов, отправляю карточку. Я не могу сама отправить на этот вызов какую-то машину. То есть это уже работа самих служб, той же скорой, той же пожарной, той же полиции. Напомним, служба спасения 112 – это единый номер вызова экстренных служб. Дозвониться могут даже те, у кого нулевой баланс на телефоне или отсутствует сим-карта. Елена Воробея, Скар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. Национальный музей Тувы поддержал инициативу Центрального музея Великой Отечественной войны о создании представительств в регионах России. Это будет большим подспорьем в организации совместных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Куратором по установлению связей с Музеем Победы назначена заведующая отделом истории Анна Дартыкол. Отмечается, что договор об учреждении филиала Музея Победы подписан 11 октября 2017 года. Хотите почувствовать себя королевой своего города и восхищать всех вокруг своей красотой? Просто купите хорошую шубу на выставке «Меховые традиции». Главной гордостью компании «Меховые традиции» является богатый ассортимент, предлагающий тысячи изделий на одной выставке, среди которых ни одна не повторяется. А это значит, что там вы найдете уникальную, подходящую именно вам шубу. Постоянное обновление ассортимент, сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей, чипы на всех изделиях обезопасят вас от подделок. Процент возврата изделий по браку на нашей выставке минимальный и составляет всего 0,29%.
Регулярное обучение продавцов-консультантов новыми тенденциями в мире меховой моды подарит вам удовольствие от процесса покупки шубы и возможность найти шубу мечты всего за 4 минуты. Выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей более 15 лет и охватывает все регионы России от Кавказа до Камчатки и регулярно приезжает в ваш город. То есть у вас есть защита от неудачной покупки, возможность обменять изделия или вернуть деньги. Наличие различных вариантов кредитования и рассрочки позволит вам купить шубу еще до получения зарплаты. 25, 26, 27, 28 января, город Кызыл. Спорткомплекс имени Ивана Ерыгина, улица Интернациональная, дом 3, с 10 до 19 часов. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность, без осадков. Ночью минус 41, минус 43 градуса, днем минус 32, минус 34. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.